Чтобы на отдыхе не пришлось идти на веслах или толкать ваш транспорт, позаботьтесь о запасе топлива. В этом видео я расскажу вам про канистры от производителя SeaFlow, с помощью которых вы сможете дозаправить ваш транспорт, не пролив ни капли топлива. Канистры выполнены из масла бензостойкого пластика. Хочу отметить, что пластик внушает доверие. Также обратите внимание, что отсутствует шкала измерения уровня топлива. 5 и 10 литров. Выглядят они как обычные канистры, но все самое интересное у них в крышках. Для примера я взяла обычную канистру. Открываем крышку. Там больше ничего нет. А теперь открываем крышку в канистре от SeaFlow. На этой канистре крышка с фиксатором. И для того, чтобы ее открыть, вам необходимо на него нажать. Канистра комплектуется вот такой вот заправочной трубкой, в которой есть вентиляционное отверстие для того, чтобы при заправке топливо не брызгалось. Заливная трубка имеет клапан подачи топлива. На трубке есть вот такие вот упоры. При заправке вы цепляете упор за горловину, надавливаете, и топливо поступает. Ну а теперь самое интересное. Я набрала воду в канистру. Как вы видите, ничего не льется. Но стоит опустить, зацепить упор и нажать на него, и вода будет выливаться. Как вы видите, вы не потеряете ни одной капли топлива. Горловины бывают разные, и поэтому сделано два упора – нижний и верхний. После заправки вы можете убрать топливную трубку, а можете ее оставить, закрыв ее вот этой крышкой. Теперь в вашей лодке не будет запаха топлива, и вам не понадобится заливная воронка. Дозаправка будет приносить вам только удовольствие.